Рыбинске, что-то если говорить о тематике, в общем-то, не новое, потому что стихи от меня ушли где-то лет 8 назад. Это случайное написание было, так что следующие два будут довольно не новые. Ну вот 9-й год, называется «Мой город», тоже здесь реминисценции литературные. «Крестовая», «Фонарный столб», «Свидетель 19 века, давно на пенсии, застыло время, ночь впереди, ах да, еще аптека, и не одна, а Волга лошит лоб. Я в 21-м поселен, похоже, до скончания дней, а мир чем дальше, тем больней. В кого же он теперь влюблен? Туман осенний непрекаянный, но вечен биржевой гранит, веселый или опечаленный он память века сохранит. Когда-то блоком очарованный в тумане вижу, все как встать, и под вождя загримированный встал на граните государя». Тоже вот такое. Ну и уж раз пошло реминисценции литературные, то уж и третье будет тоже реминисценция. Такое. Ну тем более Пушкин напоминает, 220 лет. Ну, тоже литературная наглость написать свой памятник. Но Пушкин тоже был наглым человеком, идея-то памятника не его, она пришла, понятно откуда. Тем не менее, вот такая очередная была наглость литературная. Это было в каком году? О, в 6-м даже. Ну, ладно. «Я памятник воздвиг, точнее воздвигаю, себе, кому же еще? Едва родившись, начал этот труд, еще не понимая, как воздвигаю, что и из чего. С тех пор ежеминутно, ежечасно в его я основание добавляю, опять-таки не зная, что и как. Лишь иногда случайно замечаю я в этой массе капли достижений и глыбы неудач, и то, как трактовать. Но продолжаю строить, и не хочу заканчивать его. Бесспорно знаю, рано или поздно он как-то сразу будет завершен, но я об этом даже не узнаю».